вот собрали мушмалу. Она очень сочная, с него можно компот сварить, можно так покушать. Можно достать все косточки изнутри, просто натуральный сок сделать. Но косточка у него очень разная. Бывает такие плоды открываешь, там внутри два косточка. А бывает такие плоды открываешь, там чисто косточка выходит. Так что ягода очень вкусная, но сочная прямо. Еще с его косточкой, я его, правда, не делала. Делают вот, его жарят, сушат сначала, потом жарят, и через кофемолку кофе делают. Ну, интересное дерево. И фрукты его прямо экзотические, красивые. Свет-оранжевый такой. Но с него вот его сочность мне нравится. Хоть там косточка достаешь, кажется, нечего кушать, но прямо сок у него, с него хорошо можно сделать. И компот вкусный получается. Если вам интересно, вот доставайте семену где-то, сажайте. Она за года 3-4 уже плоды дает. Всего вам доброго.